Свердловской области идет общественный смотр экономии и рационального использования рабочего времени, энергетических и материальных ресурсов. Для разговора на эту тему собрался актив народного контроля. Собрание открыл первый секретарь областного комитета партии, товарищ Ельцин. С большим вниманием было выслушано выступление члена ЦК КПСС, председателя комитета народного контроля СССР, товарища Школьникова. В области 137 тысяч дозорных. С их помощью за полугодие сэкономлено 266 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 72 тысячи тонн черных металлов, дизельное топливо, бензин. Лучшие помощники дозорных – комсомольские прожектористы. Опыт их совместной работы одобрен Комитетом народного контроля СССР и ЦК Комсомола.